Начинаем. Да. Я не виноват, я ничего не сделал. Я не знаю. Я не знаю она вообще. Ну что, поделись своими впечатлениями. Как тебе атмосфера в Поленово? Без слова. Просто круто. Я... Все преподаватели из других стран, города, страна или семьи вас приглашают именно сюда, я советую, да, 100%. Вам нужно это, вам нужно чувствовать эту атмосферу, и это кризис сумасшедший, там дети. А что больше всего тебе понравилось? Именно, ну, все дети, какие они открыты такие, какие они, ну, довольны на все, какие они интересные, если, ну, люди приходят новые, они интересны именно вопрос задавать, потому что редко бывает, когда ты, ну, такие именно... встречаются такие дети, просто которые тебе задают вопросы или, ну, довольствие что-то, приехал кто-то учиться, даже если они не будут, ну, на бучи, грубо говоря, но танцор, но все равно они интересны, как это, как вот это, было интересно слушать. А если так сложится, ты приедешь сюда к нам снова? Я только за. За большой. Конечно, я очень хочу, если будет возможно в следующем году, если я буду здесь где-то рядом, если я буду здесь в России, будь только Бог знает, но... Ну, и надеюсь, да, очень, конечно, очень хочу приехать. Фантастические дети похожи на русских детей? Сейчас подумаю. Но немножко есть. Чем? Ну, такие прям... Такие энергии. Очень много нервов, чтобы подраться, продать. Ну, конечно, есть. Но я не знаю, именно какой я был и какой у меня есть сейчас, это был большая разница. Энергия, как люди будут меня давать, чтобы я давать тоже. Именно сегодня Бог тоже инфо. Но именно той же самой работы, которую мне сделал, а я, это идет на хип-хоп. Есть база хип-хоп, которую мы качаем здесь. Это только чтобы понять, мы именно качаем здесь. На будущее потихоньку, когда будем работать, то же самое у нас было, это то же самое. Смотри, когда я кидаю руку, вот, и все равно начинаю здесь. И получается тело вместе. Все, именно твоим телом можно играть, какая, ну, борьба какой-нибудь, и на то же самое время ты можно танцевать. Потому что это танцы, ты можно выбирать какой-либо инструмент и на нем придумал такой цель, что ли. То же самое, как ты откроешь книгу, начали думать. Меня зовут Дарара. Я работаю, моя жизнь такая. Но сейчас я встречаюсь с такой магикой человек, и он меня отправил в другой мир. Ну, то же самое идет по танцам. Круто. А что ты пожелаешь нашей детской республике? Желаю все именно лучше моей энергии. Все самое позитивное, чтобы что-то было сегодня, что будет, чтобы прошел тоже, до меня. Но чтобы они именно это учились и вспомнить, забирать самую лучшую из них, самую лучшую, позитивную. И которые, что они еще не понимают, что может быть негативы для них, бросать. Забирать всегда позитивную строй в вашей голове и бить, как я могу сказать, забыл. Устрой в вашей голове, чтобы быть, как растут, быть, умнее на всю им информацию. Неважно, если она был трансайс, был футбол, баскетбол или просто какой-нибудь учеба в школе, но ты можешь именно устроить твою жизнь на будущее, ты можешь знать, кто ты будешь, именно до сегодня в день, именно сегодня, чтобы расходиться именно с самого начала вашей жизни на будущее.
детей. Достаточно? Надеюсь, вы меня поняли. Просить мой русский вообще не очень круто. Отличный. Я был на улице, но я думал, понятно почти все. Спасибо огромное. Спасибо большое. Merci, obrigado, arigato. Спасибо большое. С нами солнце и луна, шум дождя и тишина, под ногами мать-земля, ночи песни у огня, через горы, через лес, мы придем в страну чудес.